Судья всероссийской категории Дмитрий Овечкин, город Москва. Второй судья. Судья всероссийской категории Владимир Васильев, город Новокуйбышев. Судьи на линии. Андрей Чернов. Ринат Ахмеров. Судья-секретарь Анна Головина. Помощник секретаря Сергей Головин. Московская областная федерация волейбола. Инспектор Всероссийской федерации волейбола. Судья всероссийской категории Наталья Красовская. Город Санкт-Петербург. На площадку приглашаются стартовые составы команд. Локомотив Калининградская область, номер 5, капитан команды Екатерина Орлова. Номер 6, Юлия Караваева. Номер 8, Ирина Воронкова. Номер 10, Анна Клегер. Номер 17, Баяна Дырча. Номер 18, Юлия Подскальная. Либеро команды, номер 4, Горбачева, номер 9 Алла Галкина, главный тренер Андрей Воронков, старший тренер Игорь Курносов, Локомотив Калининградская область. На площадку приглашается команда Заречья Одинцова, Московская область, номер 1 Ольга Ефимова, номер 2 Валерия Гончарова, капитан команды, номер 8 Анна Мельникова, номер 9 Виктория Руссу, номер 10 Ольга Бирюкова, номер 19 Татьяна Юринская, главный тренер Вадим Панков, старший тренер Александр Красильников, Заречье Одинцова, Московская область. Первая партия. Юлия Караваева. Еще раз, еще раз. Браво,
Виктория Руссо. Баяна Дорчан. 6-5. Ирина Воронкова. 8-5. Первый тайм-аут берет команда Заречья Одинцова. 5-8. Вот, сразу забивайте с первого мяча. Первый мяч классный. Мы катаем. Забиваем смело, высоко бьем. Вернулся, потому что мы все поможем. Не катаем мячи, либо сбрасываем. Вот этот мяч второй классный. Когда тяжелый, да, там уже интеллект, там круче мячи, да, это мы бьем. Высоко все. То же самое. Почему не готовы? Там взлетики. Стоим вместе в руках. Взяла правила, вау. Подбей над собой. Первый достал, второй давай. Продолжаем первую партию. 8-5. На подаче Ирина Воронкова. Мельникова.
10-6. Екатерина Орлова. Валерий Гончаров. Команде Заречья Одинцова вместо номера 19 Татьяна Юрицкая на площадке выходит игрок под номер 16 Мария Воробьева. Команда Заречья Одинцова, Московская область, 9-17. Хорошо, первый заниженный, ты кинул. Второй без блока, надо бить, а не бьете опять. Переброс туда. Да. Первый переброс. Да. И все.
Сыграй в блок, не надо стучаться, линия закрыта. Если бить вниз, бесполезно. И ударить высоко, по рукам в антенну, это надо сделать. Да, если невозможно, вернули, мы постраковали, Санька, и сыграли. Не лупите, спокойно. Давай. Активно. Юлия Подскальная. Замена в команде «Заречье» вместо номера 1 Ольги Ефимовой на площадке номер 7 Ксении Смирнова. И вместо номера 9 Виктории Руссе на площадку выходит номер 15 Наталья Непомнящих. Замена в команде «Заречье» вместо номера 2 Валерия Гончарова. На площадку выходит игрок под номером 13 Елизавета Котова. Вместо номера 15 Наталья Непомнящих на площадку выходит игрок под номером 9 Виктория Руссо.
22. Первый тайм-аут берет команда «Локомотив Ленинградская область» 22-15. Внимательно сетку сейчас подстраховываем, если быстрое касание сетки. Да? На приеме только решение сразу принимайте, шаг вперед, лучше сверху принять. Все, пусть отскок вперед будет. Да? Продолжаем первую партию. 15-22. Замена в команде «Заречья». По запросу команды состоит Сирийская конференция для видеопросмотра игрового момента. Поле аут. Для участия... По итогам судейской конференции принято решение запрос команды не удовлетворить. 16-23. Мария Воробьева. Давай. 24-16. Сетбол. Первая партия со счетом 25-16 выиграла команда «Локомотив» Калининградская область.
1-1. Елизавета Котова. Команды «Локомотив» состоится судейская конференция для видеопросмотра игрового момента. Шесть.
6-6. Анна Клегер. Юлия Кроваева. По запросу команды состоится судейская конференция для видеопросмотра игрового момента команды «Локомотив». По итогам судейской конференции принято решение запрос удовлетворить. 8-7. 8-6. Замена в команде Заречья Денцова. Вместо номера 9 Виктория Руссу на площадку выходит игрок под номером 16 Мария Воробьева. Замена в команде Заречья Одинцова. Вместо номера 13 Елизаветы Котова на площадку выходит игрок под номером 2 Валерия Гончарова.
13-9. Заречье вместе игрока под номером 10. Ольга Бирюкова. На площадку выходит игрок под номером 7. Ксения Смирнова. Валерия Гончарова. 15-10. Ирина Воронкова. 10-16. Вместе, понятно, да, разбираем. У нас не хватает разбора. Как можно одной рукой и просто вот так ставить руку? Ну, перенесите руки, сыграйте нормально. То же самое, спокойно, спокойно, спокойно. Поехали, все. Давай, 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 давай. Отсюда. Не горит. Продолжаем вторую партию. Екатерина Орлова. 12-17. Анна Клегер.
13-18. Анна Мельникова. 13. Второй тайм-аут берет команда Заречье. Одинцова 13-20. Продолжаем вторую партию. 20-13. 14-20. Команде Заречья Одинцова вместо номера первого Ольги Ефимова на площадку выходит игрок под номером 15 Наталья Непомнящих. Вместо номера 7 Ксения Смирнова на площадку выходит игрок под номером 10 Ольга Бирюкова. Татьяна Юрицкая. Баяндерчан. 23-16. По запросу команды Заречье Одинцова состоится судейская конференция для видеопросмотра игрового момента. По итогам судейской конференции принято решение запрос не удовлетворять.
Сетбол. Семнадцать двадцать четыре. Вторая партия со счетом 25-18 выиграла команда «Локомотив» Калининградская область. А мы продолжаем чемпионат России по волейболу среди женских команд Суперлиги. Третья партия. Один-два.
3-1. Валерия Гончарова. 3-4. Баяна Дарчан. 7-4. Девять шесть.
подачи Екатерина Орлова. Замена в команде «Заречье» вместо игрока под номером 8 Анна Мельникова на площадку выходит игрок под номером 13 Елизавета Котова. Первый тайм-аут берет команда «Заречье» Одинцова 6-11. Надо сиди. Вот там вот, да. Надо туда. Присел, да. Поехали. Давай, давай, давай. Спасай, да. Не идеально. Подходите вот эти там тяжелые. Девки, давай, давай, друг на друга не злимся, давай. Нужно играть. Давайте как мы. Нужно, давай, давай, давай. Эй, дальше, дальше. Продолжаем третью партию. 11-6. Замена в команде «Заречье» вместо игрока под номер 16 Марии Воробьевой на площадку выходит номер 1 Ольга Ефимова. И вместо игрока под номером 15 Натальи Непомнящей на площадку выходит игрок под номером 9 Виктория Руссу. Елизавета Котова. Четырнадцать десять.
11-14. Татьяна Юринская. Юлия Паскальная. Первый тайм-аут берет команда «Локомотив» Калининградская область 16-14. Концентрироваться на прием. Спокойно прием себе. Продолжаем третью партию 14-16 на подаче Валерия Гончарова. Восемнадцать. Девятнадцать, шестнадцать.
19. Елизавета Котова. Анна Клегер. Речь вместо первого номера Ольги Ефимова на площадку выходит номер 16 Мария Воробьева. И вместо номера 9 Виктория Руссо на площадку игрок номер 15 Наталья Непомнящих. Наталья Непомнящих. Один на 18. 19-21.22-19. 20-22. Команда «Локомотив» Калининградская область 22-21. Сейчас чуть-чуть не дорабатываем, руки не заносим. Центр край. Внимательно. Место Воробьева бьет по ходу. По ходу. Мяч не доброшенный, правее сразу крайний. Давай, давай, давай. Давай, давай. Еще полчаса. Продолжаем третью партию 21-22. Баяна Дырча.
Второй тайм-аут берет команда Заречья Одинцова 21-24. Почему кто как? Не было. Не было. Да надо было мне сказать. Возьмите челюсть, Вадим Анатольевич. Давайте. Давай, давай. 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 Двадцать четыре, 21, матч пол. Мария Воробьева. Третья партия со счетом 25-22. Выиграла команда «Локомотив» Ленинградская область. Общий счет игры 3-0. Победу одержала команда «Локомотив» Ленинградская область. Мы поздравляем команду, благодарим тренерский состав, спортсменов и, конечно, наших уважаемых, замечательных болельщиков. И ждем вас вновь нам на наши матчи. Всего доброго, до скорых встреч, до свидания. Каждый месяц напролет, который год дружу с бродягой.